Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 473. Какие из данных пословиц высмеивают леность, недобросовестное отношение к труду? Спешите, обозначьте морфемы, в которых пропущены буквы. Найдите пословицу, в которой есть антонимы наречий. Уважение трудно заработать, но легко потерять. Хоть в пень колотить, лишь бы день проводить. Третье. Ему дай яичко, да еще и облупленное. Четвертое. За пирогом и чаем, и мы не подкачаем. Пятое. Умей взять, умей и отдать. Шестое. С лодырем поведешься, горя наберешься. Седьмое. Наскоро делать, переделывать. Пословицы, которые высмеивают леность, недобросовестное отношение к труду. Хоть в пень колотить, лишь бы день проводить. Ему дай яичко, да еще и облупленное. С лодырем поведешься, горя наберешься. Наскоро делать, переделывать. Антонимы наречия есть в первой пословице. Трудно, легко. Выполним разбор. Фонетически взять. Транскрипция «взять». Это слово состоит из двух слогов. Буква «в» – звук «в». Согласный, звонкий парный, твердый парный. Буква «з» – звук «з». Согласный, звонкий парный, мягкий парный. Буква «я» – звук «а». Гласный, ударный. Буква «т» – звук «т». Согласный, глухой парный, мягкий парный. Мягкий знак звука не обозначает. В этом слове 5 букв и 4 звука. Поведешься. Морфологический разбор. Глагол. Что сделаешь? Поведешься. Неопределенная форма. Повестись. Совершенный вид. Первое спряжение. Глагол стоит в будущем времени в единственном числе. Во втором лице. Что сделаешь? Поведешься. Предложение является сказуемым. Возникли вопросы? Оставьте комментарии.